Кстати, для тех, кто говорит, что в Москве все дешевле, я вот считаю, что в Москве все дороже, за исключением там нескольких вещей. Вот ресторан сетевой «Чайхана» номер один, которых тут 100 штук по городу. Вот здесь какой-то салат 630 рублей. Но это сразу как бы бросается, если там знаешь, какие в Питере цены. Сразу видишь, вот какой-то там Цезарь, салат Цезарь 770. Но таких цен просто нет в Питере там, не знаю, ни в каких, ни в Бахраме, нигде. И все остальное. Вот здесь доходим. Стандартная шаурма, как и везде, ничего особенного. С курицей 450 рублей. Да, не знаю, там в Токио-Сити она 250 стоит. То есть здесь цены где-то, ну, если не в два раза, то процентов на 30, они выше. Это вот обычная сетевая забегаловка, то есть не что-то там выдающееся.